люди, которые собрали что-то, сказали про свое. Второго, для тех, кто не знает, 2 октября художнику бы исполнилось 60 лет. Я хочу дать слово человеку, который, можно сказать, знает все о творчестве. Ну, почти все знать невозможно, чтобы все еще собрать. Куратор этой выставки Любовь Филюхина. И всех вас поздравляю. Год юбилейный Аксининский начался, как ему положено, в январе месяце. Правда, не во Львове, к сожалению. В январе в Москве прошла выставка, персональная выставка Александра Аксинина «Время, пространство, вечность». Ее организовали Игорь Веденский и Вячеслав Давиденко из Ростова-на-Дону. Они там подготовили выставку и вывезли ее в Москву. В январе да, конечно. Вы дадите пару слов по этому. Сейчас, секунду. Записать. Кому записать пару слов? Это телевидение. Я все время говорю, это... Извините, вы Игорь, вы Олег. Я Олег. Олег. Вот. Игорь, а вот это Олег Веденский. А вот это вот Олег Веденский, с которым мы наконец-то познакомились. Олег, какие, кому надо, что надо дать? Что надо вы дать? Дали интервью для съемки. Журналистка просит. Хорошо, сейчас. Договорились.